Сильнейший за всю историю метеонаблюдений на Кубани снегопад принес жителям Северского района не только радость, но и массу проблем, связанных с перебоями электроэнергии, поваленными деревьями, нечищенными дорогами. Последствия стихии можно наблюдать до сих пор. Горы снега возвышаются в разных частях населенных пунктов. Для Северского района каждый снегопад – событие. Система вывоза снега, тем более в таком количестве, не налажена. И если центральные улицы поселений, как правило, приводят в порядок, то второстепенные зачастую остаются в неприглядном состоянии. Еще одной проблемой стали груды мусора, которые не вывозят с начала разгула стихии. В данный момент сотрудники пытаются наладить сбор отходов. Но точную дату начала вывоза мусора назвать пока не могут. Отдельную головную боль доставили своим владельцам навесы во дворах. Многие из них не выдерживали количество снега и рухнули. Зачастую прямо на припаркованные под ними машины. В поселке Октябрьском под тяжестью снега обвалилась крыша в детском саду. Пока учреждение приостановило работу для проведения ремонта. А детей временно переведут в сады поселка Черноморского. Сейчас снег постепенно начинает таять и сходить с крыш. Поэтому жителям рекомендуют быть осторожнее и смотреть наверх.